самый белоголовый. Как же, будешь состязаться или нет? Может, позже. Как же, будешь Я хочу записаться. Да не нужно ничего писать, просто... Мое почтение, Седой. Так с кем ты хочешь гоняться? С Матюхом Заикой, с Гансом Железным Гузном или с Черным Богданом? Пойдем, Ганс, посмотрим, насколько у тебя жопа железная. Я полжизни провел на коне, а вторую половину на пони. Меня не обскачешь. Ну, выкладывайте ставки и поехали. По коням. Шевелись, Плохо. Славно. Видать, ты не только в чудищах разбираешься, но и в лошадях. Вот твое золото. А как придет охота снова погоняться, ты приходи. Ну, кто еще поскачет? Да как же, будешь состязаться или нет? Может, позже. Да как же, будешь с... Я хочу записать. Да не нужно. Мое почтение, Седой. Так с кем ты хочешь гоняться? В этот раз я прокачусь с Черным Богданом. Это правда. Прокатишься. Ну, выкладывайте ставки и поехали. По коням. Но! Чего здесь ищешь, приблуда? Давай, Плотва! Кобылу загоню, а первый буду! Славно. Видать, ты не только в чудищах разбираешься, но и в лошадях.
Вот твое золото. А как придет охота снова погоняться, ты приходи. Держи. У тебя неприятности с каким-нибудь чудовищем? С духом. Можешь рассказать больше? Понимаете, является мне во сне Ячемир. Мой муж, значит, который на войне погиб. Стоит у изголовья и причитает, мол, столько лет в разлуке, так на том свете грустно, иди же ко мне. Я говорю, приду, Ячемирушка, приду, только как меня боги призовут, не раньше. А он на это, так хотя бы принеси на могилу обручальное колечко, легче будет ждать. А я бы и принесла, только через лес идти боязно. Так я и подумала, что, может, вы? Ты уверена, что это дух твоего мужа? Да что вы! Что ж, я собственного мужа узнать не смогу. Я старая, ну не настолько же. Дело не в этом. Есть видения, которые обманывают людей, принимая облик их умерших близких. Например, скусты или злыдни. Да нет, Ячемир, это я точно знаю. Он во сне говорил о нашем сватовстве. Как мы танцевали на Билетейн. Как его реданцы зарубили под Риндой. Под Риндой? Или ты что-то путаешь, или ты и правда очень старая. Это было 80 лет назад. А и правда. Путаю я, путаю. Под Ривией хотела я сказать. Я с удовольствием помогу. Где твой Ячемир похоронен? А на таком маленьком кладбище, недалеко от наших сучьев. В могиле под старым деревом. Возьмите-ка вот колечко обручальное. А как закончите, приходите ко мне за наградой. Живу я в хате посреди деревни с моей внучкой Лесей. Куда она делась? Ха. Странно.
сперва войска пошли. Потом мы. Теперь вот. Костлявая должно быть рада. Ведьмак, что вас привело? Ты Леся? Я хочу поговорить с твоей бабушкой. С моей... Так она ведь умерла и давно. Значит, я разговаривал с духом. Почему ее не похоронили вместе с мужем? Я точно не знаю. Я маленькая тогда была. Но мама говорила, что незадолго до смерти. Бабушка узнала, что у дедушки была на стороне какая-то любовница. Так что она сказала, что лежать с ним не хочет. Видно, она передумала. Решила как-нибудь воссоединиться с мужем на том свете. Потому и попросила меня о помощи. Тяжело поверить в эту историю. Но у вас глаза добрые. Если вы и правда помогли бабушке, то вам причитается награда. Пожалуйста. Здесь немного, но хоть что-то. Кровавый барон о вас знает? Только ведьмака этой, брат. Мы кровью заплатим за свободную Тимерию. Смерть черным! Геральт из Ривии. Живой и здоровый. Ты играешь в гринд, Рошер? Да, только здесь не с кем. А у тебя есть колода? Доставай. Удачи. Вот, чтоб манду брить.
ты выиграл. Поздравляю. Бери награду. Знаешь, с кем еще стоит сыграть? Я слышал об одном картежнике. Он недавно заезжал в Новиград. Что интересно, тоже ведьмак. Ламберт его зовут. Старина Ламберт картежник? Забавно. А еще я наткнулся на одного старого знакомого. Он с юга приехал. Умелый, ловкий игрок. Но, похоже, опаздывает он еще лучше, чем играет. Я бы на твоем месте его не ждал. Геральт из Ривии. Ты что здесь делаешь? Гоняешься за Скаэтаэлями? Ты шутишь. Кого сейчас заботят Скаэтаэли? Сейчас на карте судьба Тимерии. Как ты здесь оказался? С войском пришел, как еще? Когда Нильфгард перешел Яругу, я послал все к чертям и рванул на фронт. Бить черных. Мы держали. 3 дня. Потом я узнал, что Родовид собирает силы под Новиградом. Но? Говорил, у тебя какие-то проблемы? С Бьянкой. Она взяла пару людей и ушла за реку. Бить нильфов в Еворнике. И что? Вроде партизаны этим и должны заниматься. Да, если им приказали. А я запретил ей покидать лагерь. Бессрочно. Зачем Бьянке этот Еворник? Понимаешь ли, тамошние мужики нам как-то помогли. Нильфгардцы об этом прознали. И теперь появилась информация, что они собираются устроить карательную экспедицию. Повесить каждого пятого. Или что-то вроде того. Кажется, я понимаю Бьянку. Непонятно только, почему ты против. На войне умирают люди. Не только солдаты, но и гражданские. Всех не спасешь, вот и все. Мне казалось, ты идеалист. Ты не ошибался. Только у меня один идеал. Свободная Тимерия. Ради него я пойду на все. Ты больше не доверяешь Бьянке? Ты что? Она за меня умереть готова, не в этом дело. Знаешь, чем отличается солдат от обычного головореза? Мундиром? Я серьезно. Это был риторический вопрос, так что вместо того, чтобы спрашивать, лучше просвети меня. Солдат мыслит тактически. Он знает, когда нанести удар, когда отступить, когда идти в атаку, а когда ждать. У Бьянки с этим проблема. Она горячая, порывистая. А в партизанской войне один неверный шаг. И все пойдет нахер. Я приказал ей оставаться в лагере, потому что боялся, что если она пойдет на дело, то наделает бед. И я был прав. Ладно, у тебя проблемы с дисциплиной. Я-то как могу помочь? Не думаю, что Бьянка вошла в деревню. Скорее, она с ребятами засела в соседнем лесу. Надо найти ее, пока она не пошла в атаку, и остановить. Ты мастер читать следы. Помоги мне. Можешь на меня рассчитывать. Спасибо, Геральт. Я твой должник. Тогда встречаемся в Велине под деревом висельников. Оттуда до Еворника рукой подать.
Ты тут бывал, и там. Вот ты мне скажи. У них... Ты меня достал, Седой. Ты человек бывалый. Так скажи мне. Знаешь, ведьмак, про тебя всякое болтают. Я вот не забуду, что ты для нас сделал. Ну, сейчас! Может, выгоду вам. Говорят, ты играешь в карты? Верно говорят. Времена сейчас тяжкие, а хорошая карта может оказаться ценнее золота. Сыграй.
Признаюсь, я недооценил тебя. Что ж, за глупость надо платить. Уйдет моя лучшая карта к тебе. Привет вам. Я бы что-нибудь выпил. Что у вас там есть? Прощай. Деревня внизу. Там уже черно от нильфов. Они казнь готовят. Бьянки не видно. Она порывистая, но не дура. Ждет удобного случая. Может, хочет ударить после захода солнца, когда... Тш-ш-ш. Что еще? Люди трое, легко вооруженные. Пытаются подобраться поближе. Там у... Смерть черным! Атна! Кирхе! Похоже, мы опоздали. Надо ей помочь. За мной! Oh!
пьянка, мать твою! Ты рехнулась! Ты игнорируешь приказы, идешь на самоубийственное задание, и вместо того, чтобы надеть кирасу, ты лезешь в бой в рубахе, раскрытой до пупа, с сиськами наружу! Ты мне не отец, Роше, и не тебе говорить, как мне одеваться! Я твой командир, и ты будешь меня слушать! Ты по-прежнему в армии, мать твою, за ногу! Я не могла их бросить, они нам помогли! Дело солдата, Бьянка, убивать, а не спасать. Если тебе это не нравится, иди к сестрам Милители, учись на знахарку, ёбаный хер. Давай оружие, получишь обратно, когда образумишься. Если образумишься. Идем. Вран. Ого, похоже, вы взяли пленного. Мы пленных не берем. Роше, ты забрал мой меч, но я и так справлюсь. Оставь его. Хватит здесь трупов. Что? Ты меня слышала? Да, я поверить не могу. Он пришел, чтобы убивать гражданских. Он нас видел. И ты дашь ему просто так вернуться к своим и все рассказать? Имгыр и так знает, что мы убиваем его людей. Пусть увидит, что мы умеем проявлять жалость. Роше прав. Кроме того, убить безоружного... Роше, да что с тобой? У тебя яйца отсохли! Это же садисты, оккупанты! Я потом объясню. Ты, Нильф, вали отсюда! Морантайнг, с Дирмандова. Иди, пока я не передумал. Ладно, идем, пока патруль не появился. Спасибо, Геральт. Если вдруг что, ты знаешь, где меня искать. У вас в руках такое ремесло, что нынче голодать не будете. Мастер-ведьмак, недалеко от Подлесья, в гротах эльфский погост имеется. Тьма тьмущая, чудищ там водится. Вам пора. Только ведьмака этой братве не хватало.
Отдохни. Шевелись, плотва. Придержи. Какие-то проблемы? Одна, сука, сплошная проблема. Ну а тебе-то что? Ты еще кто? Геральт из Ривии, ведьмак. Меня прислал Родовит. А, так мы тебя ждали. Говорят, вы не могли попасть внутрь. До вчерашнего дня. А потом нашли вот это. Вроде ничего особенного, но сила в нем огромная. Он открывает вход. Прекрасно. Позволь, я это заберу. На, подавись. Что там внутри? Да чего только не. Это древнее эльфское святилище. И ведьма Эльхард над ним тоже поработала. Видишь, эти угодили в магическую ловушку, а потом на них напали чудовища. Едва ноги унесли. Там еще остались твои люди? Вошло туда больше дюжины, а вышли только эти. Остальные, надо думать, мертвы. Думаешь, Филиппа все еще внутри? Мы не знаем. Но была там. Это наверняка. С чего такая уверенность? Мы охотимся за ней с Локмуины. Мало было вырвать ей глаза. Родовит должен был ее на месте прикончить. А так она превратилась в сову и сбежала. Через Каэдвен, Реданию. И в конце концов оказалась здесь. Ну, посмотрим, где там Филиппа. Не думай, что мы туда полезем за твоим трупом. Как думаешь, найдет он что-нибудь? Это трубака? Да не в жизнь. Он ведьмак. Ведьмак или нет? Вечно он умрет раньше, чем ты молитву дочитаешь. Есть один проверенный метод изгнания ведьмы. Ведьмак.
Где-то должен быть механизм, отпирающий дверь. Не хватает одной штуки. Не активирован. Может, получится его включить. Источник питания не работает. Может, оживлю его каким-нибудь знаком? Пока не поранился. Постой! Ты ж тот ведьмак! Это ж тебя король обещал прислать! Вроде того. Теперь-то ты понял, что тут опасно? Ждал бы лучше наверху с остальными. Ни за что! Эти трусы сбежали, едва завидев чудовищ. Но я покрепче буду. И потом тут такое должно произойти. Я узнаю, что именно, и Родовит это оценит. Он возвысит меня, а может и медаль даст. И что, по-твоему, должно здесь произойти? О, подробностей не знаю, но я нашел записки Филиппы Эльхард. Там про Эду Эмиан, Маргариту Луантиль, Франциску Финдобаир и Френгелью Вига. Я так понял, они собрались тут встречаться. Думаешь, Филиппа еще здесь?
Пойди знай. Сколько-то пещер мы обыскали, но тут же сплошные закоулки. Спрятаться легче легкого, и не только сове. Ладно, давай выведем тебя отсюда. Я уже сказал, ни за что. А кроме того, я выломал элемент питания у телепорта. Придется ждать, пока за нами придут. Никто за нами не придет. Дай мне кристалл, и я выведу нас отсюда. Там же чудовище. Я тебя защищу. А если не сможешь... Будь послушным охотником, отдай мне кристалл. Я послушный охотник. Бери. О! Любовные письма. Интересно. Филиппа порвала с какой-то женщиной ради Дикстры. Еще одно перо. Сомневаюсь, что Филиппа держала птицу, она превращалась сама. Еще один неработающий портал. Элемента питания нет. Может, натером приглянулся. О, туннель. А куда он ведет? Элемент питания есть.
под стол пара стульев. Скромный, но все-таки дом. Богатый. Филипп всегда носила такие на шее. Только почему они в крови? Она с кем-то дралась? Или использовала их в своих экспериментах? Окровавленные хирургические инструменты. Филиппа проводила тут какую-то операцию. Записки. Сожжены почти дотла. Ничего не разобрать. Мегаскоп. Плавился, весь в копоти. Может, какие-то кристаллы уцелели? Кристалл из мегаскопа. Сильно поцарапанный. Рис, придумай, что с этим делать. За ним. Прямо впасть к чудовищам? Я решил, лучше поднимусь и расскажу все вам. Он будет возвращаться этим же путем. О, а вот и он. Я здесь подожду. Ты жив? Нашел что-нибудь? Пыль, грязь и кристалл мегаскопа. Понятия не имею, что это. Но может, что важное? Давай сюда твой кристалл. Мы доставим его королю. Не забывай, с кем говоришь. Приказывать своим людям будешь. Ну, как хочешь. Схватить его! Он мне нужен живым. Живым! Пыль, грязь. И креста... Ладно. Но только лично в руки королю. Не сомневайся. Идем.
Это корабль его королевского величества Радовида Пятого, короля Редании. Что ты здесь ищешь? Я хочу увидеться с королем по делу Филиппы Эйльхард. Раз так, иди за мной, только без резких движений. Я за тобой слежу. Ведьмак, есть успехи? Ты нашел Эйльхард? Ее не было там, где сказали твои люди, но я нашел следы медицинских экспериментов. О, это уже что-то. Думаю, Филиппа пыталась вернуть зрение. Неужели? Пустые глазницы идут ей куда больше. У тебя есть доказательства? Кристалл из ее мегаскопа. Я отдал его твоим людям. Любопытно. Они утверждали, что нашли его сами. И спасли тебе жизнь, когда ты попал в западню. Этого следовало ожидать. А что еще они рассказали? Как они геройски убили золотого дракона? В тебе, говорит, зависть. Ты разочаровал меня, ведьмак. Думаю, я переоценивал тебя. Прочь с моих глаз. Да здравствуй, да здравствуй.